Мэр итальянской коммуны Форте де Марми Умберто Буратти сегодня прибыл в наш регион. Во время встречи с первым вице-губернатором Александром Будариным речь шла об укреплении дружеских, экономических и культурных связей, а также будущих планах по взаимодействию. Переводчик не потребовался. Александр Бударин превосходно владеет итальянским языком вот уже 20 лет. Fra Viareggio, Forte del Mare, una città, non mi ricordo com'è. Lido di Camaiore. Lido Camaiore, sì. Sono stato nell'albergo di Ariston. Специально для журналистов Александр Бударин и Умберто Буратти озвучили основные моменты своей беседы. Итальянские мэры организовали сегодня такие походы народной дипломатии против санкций. Когда они говорят, надо посмотреть глаза в глаза тем людям, против которых сегодня в Европе поднимаются некоторые нездоровые настроения, и создать условия для того, чтобы эти санкции как можно скорее закончились. Вот с этим сеньор Барати, мы с ним обсудили возможности сотрудничества, но главным образом не только экономического, но и гуманитарного, и культурного обмена между Италией и Россией, между Орловщиной и, можно сказать, Тосканой. Anche per dire che io credo e tanti italiani pensano che anche queste sanzioni sono un vanno a danneggiare. Я хочу сказать, что очень многие итальянцы думают, что вот санкции, о которых мы все знаем, la nostra economia. Очень вредят нашей экономике. E allora è importante invece che da anche le città, i paesi si muovono. Важно, чтобы города и как крупные, так и маленькие предпринимали какие-то шаги. Per dire che invece è importante questa fratellanza, questo spirito. Для того, чтобы показать важность дружеских связей, чтобы показать, привить дух дружбы и сотрудничества. Кстати, Форте де Марми будет интересен россиянам в преддверии сезона отпусков. Город – престижный курорт на Тиренском побережье. Свою популярность он приобрел в 60-е годы, когда туда на отдых стали ездить популярные артисты и политики Италии.